Приветствую, мой талантливый ученик, с тобой, как всегда, на связи я, Сергей Ковалевский, твой любимый учитель по гитаре. Итак, тема данного видео. Если вы решили разобрать какую-то песню, например, берем песню «Снегири», «Трофим», и нам надо сначала понять, в каком она темпе. Если вы на моих уроках уже были, все это вы знаете. Если не были, то записывайтесь. Все будем разбирать с вами, потому что если медленная песня, это один прием игры, да, один аккомпанемент. Если быстрая песня, это другой аккомпанемент и так далее. У Трофима песня «Снегири», она в таком спокойном темпике, да, в полугар щепок у нас играется. За окошком снегири греют кусты, наливные ягоды. Высоко, да, надо еще подобрать тональность. Мне, допустим, в ля миноре очень высоко. Попробуем в ми миноре пониже ее опустить. За окошком снегири. Вот. Греют кусты рябиновые, наливные ягоды рдеют на снегу. Я сегодня ночевал женщиною, без которой дальше жить просто не могу. Песня Сергея Трофимова называется «Снегири». Вот, не имею я права эту песню петь, исполнять, потому что, ну, авторские права за Сергеем Трофимовым, и максимум, что мы можем в публичном пространстве, я не могу ее исполнять и петь. Мы можем с вами в скайпе ее разобрать. Поэтому пишите мне в WhatsApp или в Skype, договоримся об уроке и разберем с вами любую песню, которая вам нравится, абсолютно любую. Вот, час идет урок, 60 минут. За 50 минут мы с вами все разберем. Если хотите, можно больше, 90 минут заниматься. Поэтому время не ограничено для вас. Разберем хоть 500 песен в течение недели. Это вообще вопросов никаких нет. Еще раз повторюсь, сейчас непонятные вещи происходят на вот нашем, да, поприще музыкальном. Дерутся, грызутся за деньги, за авторские права. Друг у друга там что-то отбирают. Кому-то запрещают что-то исполнять. Вот эта ситуация была с Цоем. Я первый раз наткнулся на такое, что там судятся компании правообладатели с теми, кто выкладывал, допустим, по-моему, это сайт был mdm.ru, да, вот они выкладывали, с ними идут какие-то судебные тяжбы, а у них там требуют там чуть ли не 50 тысяч за каждую песню, которую они выложили. То есть, ну, вот такая ситуация. Значит, уже Цой под запретом, все запрещается, и скоро будем петь с вами, я не знаю, где-то так, про себя под нос, чтобы, не дай бог, никого не обидеть, ничьи права не нарушить. Вот, я считаю, что Сергей Трофимов человек адекватный. Вот, и поэтому он не будет иметь претензий, то, что я другим кому-то показал, как играется его песня, чтобы как раз популяризировать его творчество, и оно стало бы еще более доступным для людей. Вот, давайте тогда встречаемся в скайпе, пишите, и там все абсолютно мы с вами разберем, все, что хотите, любую песню. До связи. Поэтому на сегодня данный урок окончен, подписывайтесь на канал и смотрите уже другие мои ролики, другие уроки. И пишите, звоните, если что, я всегда вам помогу, приду на помощь. Напоминаю вам о том, что тот, кто приобрел мой полный видеокурс игры на гитаре, получает бесплатную онлайн-поддержку через любой мессенджер – WhatsApp, Telegram, Skype. На экране вы сейчас видите адрес сайта, на котором есть все контакты. Заходите на сайт, а также там есть первый урок из видеокурса абсолютно бесплатно. Уроки гитары онлайн.рф. А также ссылка на сайт есть в описании под каждым моим видео на этом канале. Не затягивайте обучение. Не учитесь самостоятельно без преподавателя. Это только вам навредит. Только по методике, только по видеокурсу.